Prvi raz u nas, u vojni, do čoveka s druge strane. Nije bilo 18. No, pred etim uvidio šta su oni izdelali. Selo naziva se Kravica. Tam su muslimani zašli u to selo i ubili sve što tam bilo. No, kada uvidiš sve eto, no, čovjek mijenjaje se, polnosti. Biti snajperom je počen budno i malo njih, katori su ostali normalni posle soga. Znaš, pa tamo što ti čeres predstav, mnogo razu vidiš glaza. Znaš, uvidiš, no, toliko ne smotri u glaza, pa tamo što glaza, pa tom proganjaju svega. Granica je ona očin maljenka je между настоящим солдатом и между преступником. Самое важное – эту границу никогда не пройти. Снайпер наноси ужас врагима, потому что погибаю, а не понимаю, откуда стрельба идет. Ну, а иногда камуфляжа по часу дела. Бывало так, камуфляж сделан, да птицы, ну, маленькие это, прямо на винтовку приезжаем.
No, ja zanimao se ribalkom na karpa. Eta očen terpenja nad. Ribačiti karpa na mnoga složnije no biti snajperom. Наше подразделение, подразделение разведка и штурмовики. Я не получаю зарплату никакую. Я здесь работаю как доброволец, как волонтер. Здесь нет мобилизации, здесь только добровольцы. Это добровольцы или местные, или из всех мира. На большую картину это война между НАТО пактом, Америкой и Россией. Просто они не рассчитали на это, да здесь русские. Потому что русского не сломаешь. Ему что хуже, он станет сильнее, сильнее, сильнее. После этого экзамена уезжаете на 7 дней на Доду. Проживание там. Там будете в камешах, в лесу, в грязу, немножко. Но это снайпер. Можно посмотреть? Не можем. Это все не дает в руку. 85 тысяч. Здесь мне пригласили ребята, с которыми воевал в Сербии вместе, русские добровольцы, когда была война в Югославии и война на Косово. То эти люди помогали нам и сейчас надо было вернуть долг русскому народу. Четвертого марта 99 года террористическая организация НАТО пакта и бомбардовала Сербию. Там погибло несколько тысяч мирных жителей. Это центр Белграда, столица, в самом центре. Служба Министерства обороны и бомбардовала НАТО 99 года. Дальше за этим находится детский роддом, который тоже бомбардовали 99 года. Значит, прямо в детский роддом у Парснары. Да я всегда помню и да не забываем, ну, что я на то делал в Сербии. Что жили в полностью мое государство. И я знал, да это случится тоже здесь. Но надо было попробовать остановить но злочин, да сделаю, как что су сделали в Сербии. Здравствуйте, друзья, в студии «Ополченец из Сербии» Дейко и Малыш. Очень интересно, что мирная жизнь, 10 километров фронт. И вот благодаря вам вы не пускаете сюда вот ту всю грязь, да, которая сюда несется с той стороны. Ну что там сейчас? Там ничего, они попробовали прорваться, никак не получается. Там сейчас мы можем говорить и костой, но стоя наше подразделение. И они, ну, держат оборону там хорошо. Ну, у них какая фишка, значит, они считают, что Донецк им принадлежит, а не донецчанам. Не может земля кому-то принадлежать. Земля принадлежит народу. Государства меняются, земля остается. Они рано или поздно, они прозреют, они поймут, что они натворили.
Там любят аптечку, я так понял, опять начали как-то курка. Не знаю, там, когда там, она начала, ну... Там может... косяче наши парни, там просто их делают инвалидами. За полтора часа 4 человека. Ну, это серьезно. И калибр... Вот ты, и, а, короче, маленький. Вход есть, выхода нету. Оу. Это малокалибрка или ты дум-дум запрещаешь? Дело в том, что каска пробитая, дырка, да? А выхода с дырки нету, полголовы снесло. Это дум-дум тогда бьется ним. Это я знаю кое. Это не девушка, это из Мариуполя парень. Я его ранил на Авдеевке 5 марта, когда заходили. И он пообещал вернуться назад и мне снять там. Он и тогда стрелял с этим. И вот именно, знаешь, как вот, знаешь, Великого Отечественного, это показывает свое... Да, да, это подпись от его. Подпись свою, да, да. Понимаешь? Он користит патроны, пользуется этим патроном, а что запрещены полностью. Да, он хорошо стрелял. Он очень хорошо стрелял. Спасибо на информации. Это снайпер, с которым я 2 года гонялся здесь. После Иловайска, когда я там застрелил 4 его, ну, ученика, там парни, я не знаю, что с ним убили. Он мне начал писать и представлял се как бог нации, мариупольский бог, иногда писал. Ну, переписывали се, заказывали дуэли, на которые он и приезжал. Он так мне... угрожал, видишь. Нет никаких детей, у вас и не будет. Это сепара, сепари их от родия. И лучше вам не рождаться вообще. У меня патронов на все хватит. Знаешь, какие патроны? Сам готовлю, хорошие дырки в ваших уебанских голова делают. Дум-дум слыхал. Было много и гражданских, и... солдатов было очень много. Новости. Мирного жителя убило осколком. Ранее сообщалось, что украинские войска накануне поздним вечером и ночью выпустили 230 мин по северному пригороду Донецка, окрестностям Ясиноватой и Докучаевска. Едем. Докучаюсь. Сначала Терекона наши парни находятся, а там дальше украинцы. Там ожидают сейчас прорыв. Украинская армия попробует себя прорвать. Но если они попробуют, мы должны забрать их позиции. И там отправили одну группу, что-то убедились на нас. Надо эту группу убрать оттуда. Здорово, братки. А кто есть кот? Братка, сюда. Мы к тебе. Доброго дня, хлопці. Так не пугай, братане. У меня и так перепуганы все. Чего? После вчерашнего тура. Один тур. Понимаешь, не были в войне. Это зеленка. Там одна дорога идет так, угу. Когда зайдешь внутрь, другая дорога в зеленке идет так. Начнем стрелять, чтобы сразу все ложились. Что-то пошли. Погнали.
уводи человека отсюда. То, что если будет работать артам, он не успеет уйти, девушка. Конечно. Смотри, а то сейчас тут жарко будет. Пару долбоёв друг друга убивают. Хороший мальчик. Полетел. Со звуком? Будем укропом горло резать. Все, пацаны вышли. Нам это самое, у пятерки разведроты вообще сказали, что вы уже отсюда уйдете. Давай, не прощайте. Мне ноги обещали забыть. А я расстрелял все. Там бой завязался. Ну, интересно. Все, мы закончили, у них там куча 200-х. Давай, пока. Мне бахнул в лесу граната. На эту леву вообще не слышу, но так злый, как ухо заглохло, это контузия, это сотрясение. Просто легкая степень. Ну ничего не наш. Не чувствуем, да крови не мотает, было. Да. Крови не было. Не, не, не. Ну, но прошлой контузии еще не прошло как надо. Оно ж кумулятивный эффект имеет. Да. Каждая следующая суммируется с предыдущей, то есть она никуда не девается. Дочки, что с головой? То Кучаевску. Поснимал снайперы их там, но они меня накрыли с АГС-има. На тебя здесь обижены уже все. Почему один ездишь? Почему нас не, я и малыш. Здесь у меня три войны. Одна война за народ. Так се получило, да война с мариупольским снайпером. И третья война внутрь мне. Мне хотелось уехать. Но потом получилось, да мне на дорогу вышел это из Мариуполя. И потом стала ту особенная война между им и между мной. Знаешь, ты не знаешь, какая вина у меня была за каждого, которого он убил. И потому я входил на каждый этой дуэль, что он там приглашал. И всегда знал, да он меня отправлял в засаду. Ты отдал много здоровья этому месту. Ну да, достаточно. Но я спас здесь сотни жизней. Каким образом? Ну, каким образом? Когда бой идет, я входим первый. Если я не отработан как надо, тогда погибне куча моих друзей, людей здесь. Что значит отработать? Ну, значит, убрать их снайперы, убрать их пулеметы, тогда заходит наша пехота вперед. Что значит убрать? Ну, иллюминисты убить.
То есть ты нормально про это говоришь, и тебя никаких эмоций это не вызывает? Никаких. Потому что я ни одного не убил без оружия, никогда. Это са люди, которые са пришли здесь сначала убивать гражданские, потом, когда пришел отпор, они начали убивать все, что двигается. Они сейчас 90% жертв это гражданские, потому что специально стреляют по жилим кварталима, по домима, школе, больнице. Это са цели украинской армии. Я знаю, да ти не хочеш да у твом филму буде обетан, но Америка е главни финансијер тероризма и они финансирају терористи украинску влас, која е терористична. Америки и НАТО ничего није свято. За них не постоји међународно право, за них не постоји ничего. Толка право сила. Америка е само геноцидно государство у миру. Те люди, которых я встречала здесь, которые приехали откуда-то, они все от чего-то бегут. Не знаю. Если ты идешь, если ты бегаешь от чего и уезжаешь в войну, это очень неправильно. От чего бежишь ты? Я от ничего не бежу. Я просто пришел, это большая разница. И когда война закончится, я уеду дальше жить свою жизнь. Prvo ranjenje polučio na South Mogili. Mi popali v okruženje tamo. Eto bila od samih strateških točki. I zde su stale načinati legende o snajperu kakom. Što je rabotao hrašo po njim. No naši parni je držali zde se iz bataljona Vastok. No i uglavnom svi pogibli. Как скажешь? Давай, нет, не чувствуем себя здесь никак хорошо. Упало два снаряда. С улицы стенка разбитая, видно с улицы. Мы дома не были тогда. Если были бы дома, убила бы. Не бойся, не бойся, Дорс. Сейчас я закрою окно. Хорошенько, садись. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Сейчас, мамочка. Закрой окно. Обычно закрываешь, чтобы не было света, не было видно, что свет. Я боюсь, когда... Обижают нас. Вот сегодня тихо, а так каждый день почти. Так стреляют, так стреляют. И мы уже привыкли, верите, просто нервные сильно, нервы мучают. Вот. Помогите, детки, если можно. Я пьют. Вам не обещаю, но попробуем. Ну, просто да, мы да. На передовой находимся постоянно. Да, да, моя ласточка. И сколько можно помогать. Ну, гуманитарная работа не наша. О, работа. Господи, Господи. Но не можно смотреть и все это, что да, творится. Да, да, да. Спасибо, дай вам Бог. Дай вам Бог, солнышко, здоровья вам, дай вам Бог, здоровья, удачи вам. Дай вам Бог. Спасибо, Родик, дай вам Бог здоровья. Спасибо. Дай
это было слышно, как стреляли. Это за этим тараканом чуть-чуть вперед они находятся. Но когда е день, ОБСЕ док работа, они все моче, тихо все. Как нос начинает, так пакалки в сад. Машине от города. Все уничтожено полностью. Сейчас был обстрел. А что вы тут немножко не расслабляетесь? Вот это вот все после обстрела, после пожаров. А там в этой деревне кто-то живет еще? Да, люди живут. Человек 5-6 от силы. Начинается часов 7 и до 12 часов, как так и надо. Жена ушла в общежитие там, ее здесь на углу осколками достала. Сюда привезу ее, начинается стрельба, у нее сразу нервный тик, колотится вся, паника в нее. Голуби у меня, я голубя. Серёж. Ну видишь. Чернокрымский. Это? Это чубу? Да, да, да. Это да. Старая сербская раса. Старая порода, да? Вещи мои. Можешь домой ехать, проходи. Домой я не могу. У нас принесли закон, кто придет здесь воевать, и в Сербии ожидает тюрьму. Тюрьма будет дома. Так, да. Ну, власть поменяется, мы придем в Сербию. И вы не хотите уезжать отсюда, потому что надо кормить голубя. Не, ну... И дом свой. Дом, я же не брошу свой дом. Ну, попало мне, вот, получилось так, что я был в хате. Попало, вышел, два ведра вылил, пожар потушил. Если бы меня не было, от дома ну, ничего да. не осталось. Этот дом я весь построил с нуля и до конца, это все моим трудом. Я 29 лет отработал на шахте. Думал, пойду на пенсию, все ж нормально. Ну, все есть. Нет, блядь, захотелось, чтобы я поскакал на одной ноге. Не буду я скакать перед этими бандеровцами на одной ноге. Они у меня нахую будут скакать. Вот она, подружка, вот это мне в хату пролетело. Ну какая уже единая Украина? Разговор о единой Украине быть не может. Не нужна мне уже Украина. И такие люди, большинство мнения такого. Что, мы плохо жили при коммунизме? Лучше строить, чем коммунистический, еще никто не придумал. И не придумает никогда. Ну потому что уничтожили Югославию. Убиваешь одного, через полчаса они его забирают. И следующий на одну позицию, снайпер. На эту позицию, которая обстреляна. И один выстрел, убьешь его. Через час максимум, следующий его на истую позицию. Два дня, ну, кто знает, сколько есть снайпер. Я смотрю и говорю, не могу верить, я не могу да поверить, да это делать. Или кто им стоит за спину и очень сильно их заставляет.
потому что только дурак может на обстрелянную позицию да сзади. И то не одном, но там них десятки побили. Ой, спасибо за патроны большое. Вообще, сколько их здесь есть? Полтинник, наверное. А вы кем были до войны? Я шофер, станочник. В этом году собирался пойти на пенсию. Водитель, строитель. Да. А я учитель труда и черчения. А вы в армии кто? Стрелок. Скажем так. Хороший стрелок. Обычный. А вы где научились? Ты я еще служил в десантных войсках. Ну, это было еще когда СССР был. Тогда армия была такая. 30 лет назад. А вы откуда? Да вот 50 километров вперед идти надо еще, освобождать свою родину, родную, так сказать. 2 года уже почти, скоро будет. Как семья моя там осталась, никак не дойду. А у меня жена, дочь, внучка. Ну, тогда полетели. Лебеди. Ну как, за победу? Давайте за победу, да. О! Вот просто я вспоминаю свое детство, да, в школе. 1 сентября приходим в школу, урок мира. Дедушка с орденами или бабушка. Да, это было. И она рассказывает, как было тяжело, как было то, как происходило это, как они защищали эту землю. Как только стало государство Украина, мы начали постепенно переписывать историю. Да. Я гордился подвигом наших отцов, дедов, а тут получается и деды наши. Молодцы. Да. А там должен стоять тез, там должен стоять ПК. А сегодня у нас гость. Это человек-миротворец, который приехал к нам по зову сердца. Из другой страны. Страна называется Сербия. Он вам расскажет, я думаю, многое, а вы подготовили ему вопросы. Ну, мне, когда война начала в Югославии, было 17,5 года. Ну, тогда был дурной, молодой. Бросил школу и пошел с ребятами в армию защитить родину свою. Тогда понимаем, что здесь творится, и потому и пришел. Расскажите про войну в Югославии. Югославия – это было одно от государств самых лучших в мире. Значи, в Югославии в это время все было бесплатно. Школа полностью бесплатна, лечение бесплатно. Komunističko-socijalistički sistem, on sve delo da budu svi u jednom uravnju, da u svih je sve. I eto bilo nada uništožiti. Pa tamo što vreme, kako je sečas, vreme kapitalizma, ne zja ljudi da zarabotaju mnoga, nada da budu bogati i siromašni. A čim bi zanimali se u mirno vrijeme? Ja strojitelj. Ну, это сложно, потому что это не простая война. Это будет надолго. Ребята, есть еще у нас вопросы? Да что так стесняетесь? Да, такие серьезные. Какие вы ощущения испытываете, когда убивают? Ну, да, никакие. Я никогда не стрелял в человека, у которого нет оружия. Который не может себе, ну, бранить. Но злочинцы, да, которые убивали здесь гражданские. И как мне можно быть жалко них? Никак. И ничего не чувствую, честно, ничего не чувствую. Полностью ничего и спокойно сплю. А сколько у вас на счету уже убито? Ну, я это не броим никогда, но очень много.
Господа си святиего, яко не спеши не боящимся его, богатев нищашей залкаша, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господня научу вас, кто из человека тяй живот, святых Бессеринницы, чудотворцев Кузьмы Дамиана, святого великого мученика Георгия Победоносца и всех святых, помилуйте и спасет нас, яко благ и человеку любится. Аминь, Бог Божий. Отца и Сына и Святого Духа. Бошка же со всех сторон. Сами тебя, Господь, веки, как мы за тебя переживаем всегда. Так, когда закончится война, возьму отпуск, целый месяц будем рыбачить. Договорились. Перестали вообще говорить о мире. Сейчас вот посмотри по телевидению, только о войне говорят, только о войне. Ну, совершенно поменялась риторика. Украинские новости, вот в обед я читаю, то, что в Авдіївці опять была провокация. Я так понял, что обстреляли с танков Авдіївку, укрыть. Если он из Авдіївки бил по-нашему, наши отвечают. Угу. Дикі, а не введут натовские войска сюда, возможно, на Украину? НАТО никогда не воюет против сильнейшего себя. Никогда. Посмотрите историю НАТО. НАТО воюет только против этих, которые ему не могут нанести. Папуасы, которые не могут ответить ему. Деки, ты же знаешь, наш же дом всегда для тебя открыт. Всегда. И ночью, и днем, и в любое время. Спасибо. Деки, похвастайся. Новую шудочку себе купил. Ну, это мальчик. Это оружие. Вот это оружие. А и у меня есть. А ты говори, смотри новости, серб. Бог приедет, готовь мешки для трупов своими друзьями. Почистим немножко нашу землю от ваших сепаров. Ты сишь показаться, значит, буду страдать гражданские за тебя. Я ему говорю, как он больный в голову. Я давно хотел уехать из Донбасса, но как уезжать, когда такой маньяк из другой стороны? Видишь, это мне было это последнее. Когда сказал все, реку, я не уедем отсюда, док его не поймаю. Что это, расскажи? Надо сделать кинетическую энергию пула. Пули как бы знал, куда улетает. Но солдат здесь, ты стреляешь здесь, как бы он в своем ходу просто налетел на пулю. Ну, немножко математики, практики, тогда это все убивало. У меня в школе хорошо вышло математика и физика, и все это навыки. На самом деле мне в школе было очень скучно, потому что это там было очень просто. Просто не хотелось, ну, так, все просто такое. Ну, это уже пришло время, когда можно это все употребить. Не поймай! Готовьтесь на боевую выход, я через 5 минут! Давай, давай, по-быстрому, не говори, давай, быстро, быстро, да, бегом, 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 бегом. Все, по машинам, быстро! Быстрее, третья голова, сонная! Уралы, Грузии, во имя
говоришь, ответи, дек. У вас все хорошо. Они из Авдеевки бьют по нами. В подвал, уезжайте в подвал, вниз. Я ожидаю наверху, я отсюда не уезжаю. Но если они будут пошли пехотом сейчас у наступления, после артиллерии, надо кто-то да их установить. Но если их я не увидим здесь на улице, они нас просто заберу живе у подвалу. А я тебе вижу. Ой. Шай ему ногу там. Не будешь все пустать. Я вижу, что тут политика так. Да, и не будешь все мешать тут, а не молит. А у Собии укладно. Что пишет на телефон. У Собии укладнее, не понадобит. То значит, когда я стану смерзать. Uzmi sad pa naloži pec tamo, ono kad dođe s posla smrznici. Ma, meni nikad nije ni hladno, nego ja naložim sad ti pokrenu što će ona dođe, znaš. Mm-hmm. Ostane tu toplote, kad naložiš. Lepo. Kako je u školu? Lepo, ide dobro, ono. Koliko kilo imaš? Znam, 55. Mama teže od tebe. Jeste, ponovno te. Da nije, kad smo pričali na Skype, ja vidim, ugorila se, dobro se ugorila. Tražila ona da pustim onaj deo iz filma, pa počela plakati o gazu. A, je. Da vidi kako pokrasio jajca. A, ne mrdaj rukom, smiri ruku. Mhm. Ma ti si majstor moj. Lep. Kako sad ti i mama, ne sadjete se? Magarac. Так, установите. Вас два с нами, север тоже там. Когда будете заняли позиции, сразу перезвоните. Надо и что мне сын отправил на Новый год. Дед Мороз. Ух ты! Да. Я жарю, это у вас национальное. Kropi zaplatili da su na moje mjesto. Postojano vižu cijel gasudarstvo na precelu.
Антоні, давай. Поздравляю вас с 71-й милосердной победой в Великой Отечественной войне. Когда увидишь все это, точно забываешь все трудно, что я било там. Вот я стреляю по Макеевке. Точно сегодня буду провокации делать, куда раз. Алло! Давайте по два, станьте, стань, стой! Все, пошли. Молодой человек, а не можно. А догоняйте. А пожалуйста, Таня! Ну, только по-быстрому. Быстрее. Остановись. Да, давай быстро, быстро, быстро. Началось. Да. Наташа. Спасибо. Пошли. Бывшая жена и сын у меня есть. Очень сильно скучаю за сыном, за Сербией. Сербия — это такое государство красивое. Там, когда весна начинает, все пахнет. Там вода пахнет, поле пахнет. Там так хорошо. Опиши мне тот момент, в который у тебя есть внутренняя борьба. Внутренняя борьба? Ну, мне это редко бывает, потому что я всегда... Когда у тебя это было последний раз? Последний раз, когда уезжал в дом. Расскажи мне этот момент, опиши мне. Ну, этот момент был очень-очень тяжелый, потому что я свою бывшую жену и дальше люблю. И тогда ее очень любил. Но я знал, что мы не можем жить вместе, потому что бы только мучили друг друга. И надо было принести решение, но что делать? Но она просто любит мне по-другому. Но мне не нужен товарищ, мне была нужна жена. Ты оставил свою семью и приехал сюда? Нет. Я оставил свою семью и поехал в Сочи работать. Я сам один год работал в Руси, делал олимпийскую деревню. В Сочи 2013 года. И тогда у меня был один цель в жизни, заработать достаточно, как бы мог себе сделать какой маленький домик, когда будем в пенсии и дальше строить свою жизнь. И что поменялось? Ну, начала война здесь. Но это же не твоя война. Это моя война тоже. Да не, они контужены, они даже не мягкие. Бух!
Tako. Uš ti, autobus. Ti će od sebe, sej časni. Один день приезжает здесь одна женщина и мне говорит, здесь есть детский дом, у них нет ничего кушать. И тогда мы покупали большого теленка, привозим там и заносим внутрь, а ребенок так собрались около и смотрят. И одна маленькая Аня, она говорит, а это все наше мясо. Знаешь, это су вещи, которые те делают счастливы. И так смо се ми сдружили. Ну, помогал все, что было нужно. Эти ребенки из детского дома, я их очень люблю. И они мне все это плохо, что делала война, когда с ними будем, они мне возвращали, да я могу функционировать нормально. Коли воевать решили вы с детьми, то не бомбите, лично убивайте. Раз вы их не считаете людьми, тогда не бойтесь, прямо в лоб стреляйте. Смотрите в их раскрытые глаза и не дрожите, прям с плеча рубите. Пусть террориста детская слеза вас не смутит, вы точно победите. Раз дети виноваты во всем, раз малыши уже приговорили, идите убивайте их живых. Вот вы не герои, нет, слава Украине. Взяли, сразу сфотографировали. Вот он я лежу. А вот Деки. А мне отвезли, передали за деньги, и этот день узнали, вот я снайпер, кто я и приезжаю. Мы в другом месте, нас рассоединили в разные стороны, а мы сидим вот именно в Айдаре, вот где их батальон самый. Эти приезжают вечером. О, блядь, а сердце был непростой, блядь. Снайпер, я отпустил спокойно. А мне месяц, 13 дней. Мне... А кто тебя выкупил вообще? Мне друзья выкупили. 19 тысяч долларов. Меня три брата троих отхвалюют с той стороны. Вот один звонит, пацана, будьте уже близко, вешайте, скоро я за вами приду. Я вам так ждем. Брат, мужу, да скажешь, если вешать. Сядьте. Даже если сейчас вот Украина скажет, все, мы не будем воевать, давайте опять жить мирно. Да, или там поменяют уже правительство. Я говорю, пусть придет другой президент, но люди же останутся уже, ну, ты пойми правильно. Кто-то из наших убивал их там отцов, вот, правильно? Вот, уже тут уже пойдет, это уже все. Здесь война никакая, какая у нас была жесткая. Кто сотрудничает, границы работали? Работают, те ездят туда, те ездят туда. Мы же не то, что там отвоевываем их, мы защищаем свое и против фашизма. Правильно? Правильно. О, косяки видят. Я думаю, что они варятся, правда? Понял? 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 Все, забирай. Понял? Быстро. Быстро. Понял? А!
пойдем туда тоже? Почему ты думаешь? Надо на пострелушки как-то выехать. Я постоянно уезжаю. А что меня не берешь? Да никого, я со штаба только один уезжаю сам. Сейчас Бирногу ту Кучаевску снова мы законтузили, он ничего не слышал на левую. Сейчас чуть-чуть опоравимся и на Авдеевку опять уезжаю. Так, давайте выпьем за наших детей, чтобы они росли всегда в мире и не видели ни брата убийцы на войне, и вообще не знали, что такое слово война. Тын-тын, хвостом. Ага. Да. Сейчас я одного по одного будем брать. Мне там один так избил. Так за руки связали, подняли горе, и он дом бил там. И ногами, и руками, ну два раза терял сознание. Потом пришел какой другой укроп, его избил, мне отпустил вниз. И так ушли потом. Просто так, ему ничего не было нужно, просто издевался. Вот это близко было. Это отсюда. Да, непонятная война. Непонятно не то слово. Не поймешь, кто за кого и с кем. Сейчас и ради чего. А что на пром? У кого не спрашивай, говорят, снайпера вас пиздуют, там говно. Пиздец. У меня 70% это чисто снайпера. Еще помнишь, когда... Серьезно. Серьезно. Да. Бьют сдалека, бля. Да. И у них стоят, выходит пара с тепловизора и самый ночник. Работает пара, бля. Плюс пулеметчик, бля. Пиздец. У нас каждый день бой идет. С 16 до 8.30, бля. Все обратно, да? Так, я знаю, куда пришел. Шка, это из Мариуполя парень. Че он стреля из патрона 308 калибра, дум-дум мецим. Он прямо бьет в голову и от половинку головы ломает. Значит, вернулся парень назад. Это будет хорошая игрушка завтра или послезавтра. Смотри, вчера 8 был сотен. Значит, здесь... Ето називаю деветка, сайтова може да бие сюда, но стура може снести амгар, но нам надо да буде 100% убити е тази снайпер. Вот, нет, я за то, что мы можем тебя прикрыть спокойно отсюда во втором. Но я бы лучше да я первый выстрелим, потом да сделаем. Если ты снимаешь отсюда во снайпера. Я его сниму. Нет, ты только снимаешь отсюда во снайпера, ты даешь подтверждение о том, что ты его снял, а мы отсюда во ракет 5 ложим. Ну, пришел походить. Давайте едем, да? Что в русле там? Ты что, здесь бронежилет? Да, что с тобой, что мне такое чувство? Ну, потом по нами будет пиздец здесь. Ну, давай хуярим. Иди.
Sedi, sedi tam, ne podnjimaj se. Откуда хуярит? Та это стреля там издалека куда. Вот сюда прилет пришел, знаешь, какой большой. Чертила, блядь! Быстро уезжай, быстро, быстро. Видишь, это там, куда им флаг, куда находится, ну, у корпуса. Тут стреля по мне. Тебя увидели, блядь. Видишь, сколько било мне, секунды 5-6, и он ведь начал стрелять по мне. Он на своей позиции, но я его прикрываю, а ты сам маленький. Да мы сейчас так, да, накинем сразу. Там их куча есть. Сколько их там сидит? Да хуище. 20-30. Около того. Когда услышишь это выстрел, тогда можно работать. Ну да, этот выстрел вы ни с чем не спутаете. Привет, ты кукроты. Это был Дэк. Поиграться будем? Сейчас я тебя найду. Откуда ты стреляешь? Так, это из девятки стреляю. Я его сейчас будем снимать. Да пошел ты нахуй! Выстрел! Давай! Где-то с какого-то этажа. Хорошо. Смотри, никак не скопьет. Дети, молодец. Да, Зай, говори. Кто? Идите, помогите, подожди. Блядь. Братка, это этот самый, 8,6. Он ударил наискосок. И разлетелась рубашка, сердечник вылетел. Эти дум-дум. Да, 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 да. Это стреля, это из Мариуполя. Это мариупольский этот педик, да. Это из Мариуполя. Есть, да, почерк его. Это говорили. Кофе, желание есть, папе? Там чайник? Не-не-не, я говорю, пока не встала. Ну, он не стрелял, и помню, но это попа. Он хорошо, кстати, я тебе скажу. Слышь, давай сахар. Ну как мне бросил вообще пиздец. Доброго рода. Я ж его сюда. О, забыл, полить делать.
Приятного аппетита. И вам приятного аппетита. Сюда. Давай, давай, тратьте патроны. Веди в смоку связь. Деки, ты на третьих? Аккуратно, я тебе прошу. Это, Деки. Ох ты ж, блядь. Хорошо, Маша. Чертовка. Да, жена Наташа, блядь. Да, пошла. Сейчас я их придавим на моем штучку. Сняли этого, чтобы ехал на них. Больше не будет. Кто такой Деки? Ну, Деки серб, человек. Нормальный. Сколько тебе было лет, когда ты потерял папу? 17. Ну, он долго не был у нас. Он всегда работал, по всему миру ехал. Очень-очень мало времени проводил с нами домой. Ну, скажи мне про маму. Ну, моя мама была достаточно плохой человек. Но как мама любила, как каждую маму. Но она была алкохолик настоящий.
nam je достаточно и била и ну и имала своих этих проблема с алкоголем, но били очень были близки. Ты так понимаешь, что ты не мог поехать на ее похорону, да? Да, я не могу поехать на похорону, потому что у нас принесли закон, да тко приди здесь своевати, он може да га срок в Србии. Значи, а если би пришел в Србию, мне би арестовали. Но ты знаешь, что на тебя смотрят как на фашиста весь мир? На меня? Не знаю. Начиная с сербской войны и заканчивая тем, что происходит здесь. Ну, это смотри, если смотрите глазами американских журналистов, которые сделали войну в Сербии. Обиделся? Ну, да. Что? Ты тоже видишь меня как террористу и фашисту. И... Ну, наверное, так это и до журналистики, но я это не понимаю. Наградить медалью за ратную доблесть.
Который должен там несколько месяцев остаться, а потом не могу ехать. Знаешь, и становишься другим человеком. Мне многие там говорили, уезжай, уезжай вовремя. Знаешь. Просто я постоянно был на передовой. Знаешь, это очень, очень тяжело, и физически, и все это ранение, и психически. И... У войны нет хорошего человека. Потому что сразу, если ты кого убил, этого человека есть семья, у этого человека там есть майка, есть, можно, есть ребенок, есть жена, есть вот. Это самое тяжелое дело, что есть, быть снайпером в армии. Потому что ты все видишь, что делаешь. А кем ты хотел быть в армии? Я повар. Дальше по гражданским стреляют. Им по барабану. По кому стреляют? У нас ночное время. Все, люди все прячутся. Вот попробуйте сейчас вот дальше пройти. Говорю, все, никого не найдешь. Все спрятаны. Я электричеством занимаюсь.
Залезешь только на стол, стреляет, руки поднимаешь, показываешь. Вот я с плаковым, пожалуйста. А по вам и снайперы много стреляли, когда работали? Они сейчас, каждый божий день сейчас работают. Это я говорю так, как оно было. Я вам даю слово, да я сзади зачистим эти снайперы здесь, тогда вы можете жить спокойно. Это моя работа. Давайте сейчас выпьем чай. Хорошо? Ну, я сказал только, все остальное давайте. Я вас понимаю, и вы меня поймете. Я верю.